Ребята, всем доброе утро. Сегодня я хотел бы снять небольшой обзорчик на электрический рубанок марки Штурм, модель P1015. Данный рубанок своей линейки является самым мощным. Мощность у него 1,5 кВт. Ширина строгания у него 110 мм. Ножи на рубанке установлены широкие. То есть есть возможность их в дальнейшем отдавать на заточку, чтобы не покупать новые. То есть количество оборотов на холостом ходу у данной модели рубанка 15 000. То есть также на этой модели рубанка установлена обрезиненная передняя рукоятка. Удобство контроля над инструментом. Также удобная регулировка глубины строгания от 0 до 3,5 мм. Защита от непреднамеренного пуска, что обеспечивает гарантию безопасности в работе. Также есть возможность выборка четверти и снятия паза. Глубина до 14 мм. Но самое, я считаю, преимущество этого рубанка – это возможность стационарного крепления. То есть использовать станок как маленький, вернее, использовать рубанок как маленький станочек. Гарантию на этот электроинструмент завод-изготовитель дает 14 месяцев. При продаже электроинструмента мы покупателям выдаем гарантийные талоны. У Штурма они поставляются отдельно. Здесь есть адреса сервисных центров, то есть можно ознакомиться. Ну и также перечень гарантийных случаев. То есть если вы внимательно все это прочитаете, я уверен, что в течение периода эксплуатации этого рубанка у вас никаких проблем не возникнет. Каждый электроинструмент Штурм идет также с заводской пломбой. То есть давайте эту пломбу мы сейчас попробуем открыть, достать рубанок и осмотреть его внешне. Открыв коробку, мы видим, что сверху у нас лежит инструкция по эксплуатации. Инструкция по эксплуатации у нас идет на русском языке. Также у нас идет схема по запчастям. То есть, если, мало ли, после гарантии вам потребуется какая-то запчасть на эту модель рубанка, по этой схеме можно определить наименование запчасти и через специализированный сервисный центр можно будет ее заказать. Также в комплекте идет подвижное защитное устройство. Также идет у нас мешочек для сборки опилок. Вот, давайте попробуем рубанок этот достать. Рубанок достаточно массивный, тяжелый. То есть не каждый сможет таким рубанком пользоваться. В комплекте у нас идет упор боковой. Вот такого плана. Идет упаковочка запасная. Давайте попробуем ее открыть, посмотреть, что здесь есть. Идет запасной ремешок. Я думаю, в процессе эксплуатации потребуется, так как это ходовая запчасть. Также идет ключик под шестигранник. Два зажима идет в комплекте. У электроинструмента Штурм фактически в каждой упаковочке идет комплект запасных щеток. То есть я думаю, это тоже запчасть, она потребуется вам через пару лет точно. Но при интенсивной работе, я думаю, может быть и раньше потребуется. То есть два винта идут. И, конечно же, приспособление для установки угла ножа. То есть линеечка тоже есть. Вот такой вот рубаночек. Давайте попробуем его осмотреть внешне. То есть электроинструмент Штурм мне нравится, как собирают они его. То есть все наклеечки, все швы, пластик сделано достойно. То есть на рынке этот электроинструмент уже лет, наверное, я думаю, 11. То есть инструмент себя зарекомендовал. То есть станинку можно эту снять и использовать рубанок уже как в обычном режиме, грубо говоря. Обратите внимание, что ножи на валу стоят широкие, мощные. В комплекте запасных ножей нет.
Урбанков Интерсколк со стационарным креплением, ножи комплект вложен дополнительно. Давайте попробуем запустить его. Я не сказал, идет вот такой башмачок для фиксации клавиши включения. То есть, если предстоит поработать в режиме станочка его, то можно клавишу зафиксировать вот таким вот каблучком, и рубанок будет у вас работать. Нажимать на клавишу включения не нужно будет. Рубанок работает чисто. Звук рубанка мне нравится, мощность рубанка чувствуется. Так что, уважаемые пользователи и гости нашего канала, если вы ищете себе хороший, мощный рубанок, присмотритесь к этой модели. Модель, я еще раз повторюсь, Штурм 10-15P. Стоимость рубанка на сегодняшний день в нашем интернет-магазине 4950 рублей. Покупайте, приобретайте. Уверен, что вы останетесь довольны. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч. Всем хорошего дня.